Привет всем! Сейчас специально для канала «Все о стиральных машинах» и для сайта mashmaster.ru я расскажу, как отбелить шнурки. Бывает, что вы отстирали, отбелили свои кеды или кроссовки, но шнурки остались серыми и поблекшими. Но почему? А потому что многие совершают ошибку и, стирая, неважно вручную или в стиральной машине, совершают ошибку, что они не достают шнурки из кроссовок, из кед, а стирают так. Но это большая ошибка. Когда вы стираете свою обувь, то шнурки необходимо стирать отдельно, а не вместе. Так что первый, самый главный шаг – это нужно достать шнурки и стирать, отбеливать наши шнурки отдельно. И, конечно, существует огромное количество способов, как же можно у нас отбелить наши шнурки, потому что на самом деле на шнурках, не меньше, чем на самих кроссовках, собирается огромное количество грязи, пятен и пыли, которые нужно выводить. Что мы делаем? Если вы дома стираете гелем, то посмотрите, для каких вещей у вас гель. Если он для белых вещей и содержит в себе пятновыводители, либо отбеливатели, то можно просто-напросто взять колпачок вот такого геля, налить в ведро или в какую-то мисочку, ведро, наверное, большое будет для шнурков, и просто-напросто мы растворяем гель с водой и оставляем наши шнурки на ночь. И неважно в чем, кстати, вы будете растворять шнурки, 2-3 часов, например, будет очень мало. Лучше всего оставлять шнурки на ночь, потому что на самом деле в них содержится огромное количество различных пятен. Вот после ночи, например, с гелем, да, замачивания, мы просто достаем шнурки и можно вручную их с мылом простирнуть, например, с хозяйственным. Если есть хозяйственное, это вообще отлично. Далее, если вы стираете, например, не гелем, порошок вряд ли справится, можно просто взять отбеливатели и также замочить отдельно. Не менее эффективный способ – это у нас зубная паста. Мы берем старую зубную щетку и с помощью зубной пасты мы просто начинаем с помощью зубной щетки отбеливать наши шнурки. Но самое главное, смотрите, чтобы в зубной пасте не было каких-либо цветных добавлений. Бывают гранулки там синие, зеленые. Зубная паста должна быть идеально белой. И вот с помощью зубной пасты шнурки будут просто белоснежные. Это видео было снято специально для канала «Все о стиральных машинах» и для сайта mashmaster.ru. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.